Друзья, всем привет! Сегодня мы покажем вам настоящий прорыв в истории бренда Skoda. Это первый полноприводный, полноценный SUV в истории Skoda. Skoda Kodiaq. Итак, друзья, Skoda Kodiaq. Я очень давно хотел поюзать эту тачку. Посмотрите, во-первых, на этот цвет. Мне... Какой это цвет, как вы думаете? Ну, это не синий, да? Что это такое? Это сине-зеленый. Наверняка девушки придумают какое-то название для этого цвета. И наверняка есть по техпаспорту, мы потом посмотрим, как же официально называется этот цвет, но ему очень идет. Мы специально выбрали такую, знаете, ну, практически бездорожье нашли. Хотя после зимы в нашей стране любая дорога – это бездорожье. И тут как раз вот на помощь приходит Kodiaq, потому что он, а, полноприводный, б, в нем очень комфортный для, очень, повторюсь, комфортный для Украины клиренс, и он действительно очень проходим. Ну, то есть, вообще в нашей стране есть такая дикая любовь, да, к паркетникам, к SUV, к внедорожникам, и можно понять людей почему. Понятно, что если ты живешь в Монако, ты можешь ездить на спорткаре каком-то заниженном клиренсе, но когда ты живешь в Украине, реально нужен автомобиль для наших дорог, и это тот самый случай. Но хоть он подходит для наших дорог, но выглядит он, ну, как будто вы едете по какому-нибудь автобану из Праги куда-нибудь в Берлин. Выглядит он очень круто. Как мы выбираем автомобиль? Ну, наверное, по одежке в первую очередь. Посмотрите вот на морду этого красавца. Мне кажется, это он все-таки. Это не она, это он. Вот эта фирменная радиаторная уже Шкоды черного цвета. Ну, вот это вы знаете, да, это значок. Я думаю, что вы это поняли. Оптика. Вот это очень узнаваемые штуки. Мы такое видели на Кароке, но все равно это выглядит по-другому, потому что на Кароке это просто полосы, а на Кодиаке они загнуты вот здесь, вот идут по линии крыла. Выглядит очень круто. И вообще оптика, она как будто утоплена внутрь, и вот эти полоски, которые тоже светятся, они создают такой эффект 3D. Понятно, что оптика топовая, адаптивная, ну, самая современная. Но что еще можно говорить про машину 2019 года? Понятно, что не могут стать какие-то обычные лампы. Понятно, что это самая крутая оптика. Да, смотрите, вот есть даже противотуманки. Обычно они в автомобиле где-то находятся вот в нижней части бампера. Здесь же они находятся прямо под фарами. Я так понимаю, что они выполняют еще и функцию дополнительной подсветки, например, при вхождении в поворот и так далее. Это тоже такая, это умные противотуманки, давайте так их назовем. Умнее многих, я вам хочу сказать. Посмотрите на этого красавца сбоку. Ну, у нас такая комплектация, видите, с хромированными райлингами. В длину этот автомобиль 4,6. Вот это все, смотрите, как от фары линия через весь автомобиль и заканчивается на заднем стопе. Посмотрите на эту линию. Ну, это очень круто. Вот такая, знаете, она как будто куда-то стремится вперед. Клиренс, ребята, ну, я вам говорил о том, что это фишка Kodiaq. Посмотрите на этот клиренс. Я могу туда, мне кажется, сейчас залезть и лежать, ну, правда, погода не очень, но он действительно очень высокий. Клиренс у нас заявленный 187 сантиметров. Ну и посмотрите на колесные эти вот арки. Подвеска нерегулируемая. И посмотрите, какой запас тут, да, есть. То есть машина, такое ощущение, что она так поднята для того, чтобы на ней можно было ездить где угодно, не только по трассе. Выглядит круто. Ну, это диски, понятно, что там комплектация, диски можно любого размера заказать. Выглядят они тоже прикольно. Ну, такой фирменный рисунок от Skoda. Итак, задняя часть Kodiaq, надпись 4×4, любимая так многими украинцами. Оптика задняя, задний стоп. Посмотрите, вот эта фирменная шкодовская, вообще просто острая. Мне кажется, можно порезаться об угол этого заднего стопа. Поворотники, понятно, что диодные, и выглядят они очень неплохо. Вообще, я уже признался в любви Шкоде за их оптику, за задние стопы и за переднюю оптику. Это действительно круто, мне очень нравится. Кстати, она тоже такая выпуклая, посмотрите, вот, то есть она неровная, она не сливается с автомобилем, вот эта часть, она как бы подается вперед. Итак, багажник Skoda Kodiaq. Вы поняли, да? Все понятно, что с кнопки. Мы тут даже это не будем обсуждать. Понятно, что у Шкоды, как всегда, тут куча всяких фишек. Вот эти штуки, которые цепляются за этот войлок. И можно зафиксировать что угодно. Кстати, в комплекте сразу же идет, посмотрите, вот такой коврик. Посмотрите. И он, кстати, двухсторонний. Его можно перевернуть, и будет
будет вот такое войлоковое такое покрытие. А с этой стороны он такой пластиковый, его можно протирать, мыть, что хочешь с ним делать. Так, понятно, что сетки, невод можно забрасывать, если вы поехали на рыбалку, там, на осетровый, пожалуйста. Ну и понятно, что это все тоже тут как угодно фиксируется. В этом плане Шкода, вы знаете, это их фишка. Они любят, чтобы тут было что-то спрятано, короче, куча всяких крючков. Вот посмотрите, например, вы купили что-то в магазине, с пакетами пришли, и вот за крючочек сразу зацепили, чтобы оно там не болталось у вас по салону. Есть набор шкодовский фирменный, подарок, я так понимаю, идет каждому автомобилю. Ну, по багажнику вообще вопросов нет. Понятно, что и шторка. Кстати, обратите внимание, что шторка, когда ее вот так делаешь, она тут, она как бы нет у нее, знаете, что ее можно там дергать вверх-вниз. Она зафиксирована в любом положении, смотрите, очень четко. Короче, багажник клевый, смотрите. Обратите внимание, что нет выхлопных труб, то есть они спрятаны, и это, мне кажется, неплохой ход. Ну, мне нравится такое решение. Не, можно было поставить какие-то огромные выхлопные трубы, там, знаете, как говорят, наколхозить, но здесь, мне кажется, очень все элегантно, их вообще не видно, это прикольно. Друзья, смотрите, у нас есть различные режимы вождения. Эко – это экономия горючего, это обычный режим повседневный. Спорт, она становится более такая отрывистая. Индивидуальный вы можете адаптировать под себя, даже там жесткость рулевого колеса, например. И есть режим снег для наших реалий. Ну, у нас такой зимы, ну, бывает иногда, будем откровенны, иногда такой можно видеть красоту такую в нашей стране. Слушайте, ну так как у нас 4x4, то надо хотя бы немного проехаться по бездорожью. Включаем режим off-road. Сразу же у нас появляется огромное количество, видите, датчиков, сенсоров. Ну давайте сейчас мы свернем, попробуем съехать тут. Ну, слушайте, такой спуск абсолютно вообще комфортный для этой машины. Попробуем заехать куда-то вглубь леса. Я все жду, когда мы что-то зацепим, но пока что мы ничего не цепляем. Действительно, клиренс очень высокий. Ладно, тут уже какие-то перед нами уже бревна, мы пропустим. Кстати, когда, смотрите, обратите внимание, очень прикольная штука, когда в режиме бездорожья камера не работает, потому что она вот сейчас определяет градус, под которым сейчас у нас колеса. Смотрите, я поворачиваю руль и смотри, что происходит. Мы сразу можем видеть все это на нашем экране. Очень удобно. Но для тех, кто действительно там увлекается бездорожьями, это классная функция. Ну, слушайте, абсолютно уверенность в этом автомобиле. Там едешь, не знаю, по грязи, по веткам, по каким-то деревьям. Вообще без вопросов, вообще без вопросов. Слышите звуки какие под автомобилем? Падал прошлогодний снег, и мы сейчас по нему проедемся. Мне нравится. Вот вам полный привод. И тут можем кайфануть по полной. Все, тест пройден. Как бы, ребята, это 4x4 абсолютно полноценный SUV. Круто. Поехали дальше. Итак, друзья, напомню, что автомобиль длиной 4 метра 60 сантиметров. Поэтому что-то говорить про заднее сиденье. Ну что сказать? Посмотрите. Вот выставлена сейчас сидушка под меня, чтобы вы понимали. То есть я сейчас пересяду на переднее. Теперь давайте я вам продемонстрирую, что означает вообще, что такое размер кодиака. Вот я сижу. То есть поместится, ну не знаю, я могу сползти вот так. И то я вот еле достаю. То есть сзади места очень много. Возможно, комплектация семиместная с третьим рядом, там два кресла. Но опять-таки, это понятно, что дополнительная опция. Есть подлокотник, причем такой он массивный, такой немаленький, знаете. Сразу раз автомобиль представляет. Смотрите, раз, как говорил мой знакомый, сразу автомобиль превращается в представительский, потому что чувствуешь себя совершенно по-другому. Касательно того, что задний ряд там для детей, это вообще не обговаривается, потому что места очень много. Возможен также вариант, понятно, с панорамной крышей. Нам достался
без люка, без крыши, но это опять-таки на любителя. Например, моя жена, ей не нравятся ни люки, ни панорамы, а ей вот такое, чтобы был потолок, ей так спокойнее, не знаю. Ну, у каждого свое кино. Безопасность. По системе NCAP здесь 5 звезд, и это один из самых безопасных автомобилей. Я сейчас говорю как отец двух детей, которые дети со мной ездят всегда, всегда в автокреслах. Здесь, обратите внимание, сразу же есть крепление под Isofix. Вот они прям указаны, видите, автокресло. То есть понимаешь, что этот автомобиль заряжен для того, чтобы большую семью перевозить. А кресло, сейчас мы проверим, что с ними тут происходит. Ага, его можно выдвинуть вперед, посмотрите. Например, вот так. Смотрите, кресло выдвигается вот так вперед, например, если вы хотите увеличить размер багажника, либо, например, у вас есть в комплектации третий ряд. Ну и можно сложить его, понятно. Это в случае, если вы хотите сделать вот этот сам багажник в 2000 литров и перевезти что-то огромное, что-то огромное или что-то маленькое. Ну, огромный какой-нибудь шкаф или маленького слона, одно из двух. Ну, слушайте, по задним сиденьям мне лично все понятно. Погнали вперед. Так, стоп. Оу, смотрите, что происходит. Когда вы, смотрите, так у нас ровненько абсолютно дверь, вровень с крылом, но открываете и выезжает вот такая прорезиненный такой кантик, не знаю, ограничитель. Это в случае, если вы там паркуетесь, и чтобы не поцарапать соседнюю машину, да, не поцарапать все двери, если он даже упрется в что-то здесь или в кого-то, ну, скорее всего, в что-то, например, в стенку, то ничего вашему автомобилю не будет. Слушайте, как крутая фишка. Смотрите, как она исчезает, появляется, исчезает. Воу! Это сейчас девушки будут счастливы, точнее, их мужья будут счастливы, потому что они перестанут царапать двери. Впереди тоже... Да, смотрите! Та же штука. Вообще в этом прикол Шкоды, у них очень много таких классных вещей, например, вот это меня всегда удивляло, и я видел только на фотографиях, вот впервые вижу вживую, смотрите, что спрятано в двери, зонтик, ребята, в двери спрятан зонтик, понимаете, что Шкода, холодно, ветер сильный, дождя нет, но Шкода заботится о своих клиентах, и у вас просто есть зонтик в машине, всегда, все, зонтик мы прячем на место, смотрите. Все, он там себе спрятан. Все, садимся в салон, погнали. Заведем. Понятно, что все работает с кнопки, уже никакие ключи вставлять не нужно. Кстати, как выглядит ключ к новому Кодиаку? Очень прикольно. Он, например, в отличие от Corolla и как младших моделей, он выглядит так более серьезно. Здесь вот алюминий, он такой увесистый. Ключ мне точно нравится. Ну, есть, понятно, для бардачка или для перчаточного ящика, вдруг вы что-то хотите в нем спрятать. Ну, ключ у вас всегда в кармане. Ну, во-первых, в Шкоде очень много маленьких всяких контейнеров, очень маленьких таких ящичков, полочек. Вот очки мы сразу спрятали. Подогревом у нас комплектация. Вот мы его сейчас включим. Понятно, что это опционно, но я, вот, ребята, учитывая, что у нас зима полгода, я точно советую руль. Все-таки подогрев этот заказать, это очень приятная опция. Вот я сейчас сел, на улице холодина, сейчас такая, знаешь, противный ветер. Я просто сажусь и грею руки. Самый большой экран в классе. Здесь у нас, понятно, есть радио, вы можете подсоединить смартфон, можете подсоединить карту памяти, USB-флешку, что угодно. Вот у нас вот есть USB. Одним словом, любые носители вы сюда можете подсоединить к этому экрану. Есть навигация, есть смарт-линк, вы можете подсоединить свой смартфон, либо Android, либо, если у вас iOS-система, без проблем, и вывести то, что у вас на телефоне, прямо на этот экран. Ну, понятно, что 2019 год по-другому быть не может. Давайте посмотрим на спидометр. Есть комплектация с электронным уже полностью, вот это вот все, здесь уже экран. Ну, у нас вот еще все это механически, но опять-таки это все опционно. Вот это очень прикольно выглядит, это пластик, я так понимаю, но опять-таки можно заказать, я думаю, и другого цвета, и возможно, вариант, там, например, с деревом. Здесь пластик выглядит, это очень неплохо. Это такое 3D-шное, немножко объемное, над перчаточным ничего себе, вы поняли? Вот один перчаточный ящик, вот второй. Что мы там можем положить? Давайте проверим. Проведем эксперимент. Помещается ли сюда бутылка воды? Легко. Это 0,7 даже, ну туда дальше не влазит уже, но так помещается.
Слушай, это классная штука, мне нравится. Здесь у нас пепельница, но вы же не курите, да? Я так надеюсь. Поэтому вам она не пригодится, но она тут есть. Регулируемый подлокотник, его можно убрать вот так. Можно выдвинуть вперед, можно поднять выше, опустить ниже. Вот выше. Вот вообще он будет вровень практически, видите, на уровне ручки коробки передач. Так, тут у нас DSG написано 4x4. Напомню, друзья, что у нас здесь 2-литровый бензин, 180 лошадей, мы сейчас на нем и покатаемся. Знаете, когда не о чем говорить, мне кажется, в автомобиле бывают такие обзоры, и начинают говорить, тут, значит, смотрите, электроусилитель руля, стеклоподъемник, смотрите, колонка, динамик и поворотник есть. Но нам есть еще что рассказать про этот автомобиль, поэтому мы такое не будем вам рассказывать. Опционно есть адаптивный круиз-контроль. То есть, соответственно, если вы едете, она сама будет тормозить ваша, как ласточка, как некоторые называют свои автомобили, ваш автомобиль будет тормозить перед машиной впереди. В этом автомобиле есть Line Assistance, то есть он подскажет вам, если вы заехали за линию разделительную на дороге. Но вы знаете, как бы это грустно ни звучало, в нашей стране это бессмысленная опция, потому что у нас с разметкой на дороге, вы знаете, честно говоря, большие проблемы, поэтому в нашей стране это не особо используется. Кстати, хотел обратить внимание на педали. Они в родных таких алюминиевых накладках очень прикольно выглядят. Он такой прям по-спортивному. Мне очень нравится. Ладно, давайте покатаемся. Итак, друзья, значит, в автомобиле 2-литровый бензин, либо 2-литровый дизель Skoda Kodiaq, расход будет в районе 9 литров приблизительно. Я думаю, что он будет одинаков и там, и там. Поставляются эти автомобили только с автоматической коробкой передач DSG 4x4 и только постоянный полный привод. Если, к примеру, ну, младший брат Kodiaq, Karoq, возможен вариант там, с передним приводом, то здесь только полный привод, и это очень круто. Сейчас мы попробуем, как она разгоняется. Давайте проверим динамику. Давайте для этого включим режим спорт и попробуем ее разогнать с нуля. Вот педаль в пол, смотрите. Да, я не скажу, что это скоростной автомобиль, я не скажу, что это спорткар, но для его размера, напомню, 4 метра 60 сантиметров в длину, для его веса, без пассажиров и грузов, тонна 600, тонна 700 почти, тонна 695. И по поводу цвета, кстати, вот мы обсуждали этот красивый цвет, я не мог понять, это синий или это такой сине-зеленый, или что это такое. Мне уже сообщили, как это называется. Вы готовы? Этот цвет называется лава. Лава. Красивое название. Кстати, а в техпаспорте тоже написано лава? Нет, в техпаспорте написано синий, но мы знаем, что это лава. Так, друзья, по поводу безопасности, важный момент, еще раз хочу на этом сакцентировать внимание, что по Евро NCAP, по этой системе, здесь 5 звезд, то есть максимальный уровень безопасности, и при тестах безопасность взрослых пассажиров в этом автомобиле, то есть пассажир впереди в первую очередь, достигла 92%. Это очень-очень большой показатель. Да, действительно, очень безопасный автомобиль. Давайте пристегиваться и давайте не будем заниматься глупостями за рулем. Ребята, кстати, если вы хотите протестить этот автомобиль, пожалуйста, милости просим, не просто посидеть в этом автомобиле, записывайтесь на тест-драйв, чтобы понять, действительно, ваш это автомобиль или не ваш. Но я думаю, что Skoda Kodiaq вас точно... точно удивит. По-хорошему. Ну вот это да, вот это мы сейчас кайфуем от этой тачки, ничего не скажешь.
Да, эта машина точно для бездорожья. Здесь вопрос у нас отпали. Итак, друзья, немного мы, конечно, машину вымазали, но, думаю, нас простят. Все-таки это внедорожник, все-таки это 4x4, все-таки это полноценный SUV от Skoda. Вот такая она, Skoda Kodiaq, точнее, не так, не вот такая она, а вот такой он, Skoda Kodiaq 4x4. Какой вот сделал я для себя, что это автомобиль однозначно семейный, для большой семьи, для крепкой семьи, которая хочет себе крепкий автомобиль, такой, знаете, мощный, четкий, надежный. Вот это вот он. Это Skoda Kodiaq. В цвете лава, как мы уже обозначили, а не просто какой-то там синий. Красавчик.